Привет, Ютубу привет. Очередная, так сказать, киношка маленькая по изготовлению накладки на номера. Не все клиенты хотят, и не все люди хотят, чтобы их номерной знак, так сказать, был в интернете и прочем. Ну, вот я решил, чтобы скрыть номера, вот во время съемки сделать таких парочку накладочек на номера. Вот это в рекламном комбинате я брал обрезки. Когда-то я занимался изготовлением лампочек. Вот делал, ну и брал обрезки. Вот такая вот. Тут алюминий с одной стороны, с другой, а внутри какой-то пластик. Он легко режется вот такой вот штучкой. Вот. Сделал я ее, это как бы чертилочка такая, ну резачок самодельный из обрезка. Он делается наживочного полотна для пилки металлов. Ну вот и посмотрим, что будет. Ну естественно, для начала я снял размеры. Размеры вот номерного знака у нас вот на огрызке записал. 53 на 13,5 сантиметров, ну и толщина где-то 15 миллиметров. Первым делом нарезаем два вот таких кусочка. Вот. Края вот такой вот. На 120 шкурочка у нас. Перевернутая. Ну, это не важно. Вот, отрезаем два кусочка. Потом надо будет приделать маленькие крепления. Вот, отрезали мы две таких штуки. Берем, опять же, 120 уже такого варианта. Без дырочек. И аккуратно края кромочки зачищаем, чтобы не было заусенцев, ну, чтобы не поцарапать машину, да, и так будет аккуратней. Вот, пальчиком проходим, вот, чтобы все было ровно, аккуратно. Такая красота у нас получилась, аккуратненькая. Теперь в двух местах хочу сделать маленькие такие как бы ушки, которые, с помощью которых можно, ну, привесить на нормальные номера. Теперь берем вот такой шампурик. Он легко гнется. Можно то, что надо, согнуть. Можно обработать края. В принципе, я думаю, что сверху можно и нужно надеть будет термоусадку. Нарезаем и приклепываем это все дело. Шампурики эти тут у нас народ часто теряет, шашлыки жарят, ну как бы они все это одноразовое. Вот такой шампурик вот валялся, я его взял и с него сейчас наделаю ушек для крепления этих накладок на номера. Следующий этап. Вот, отмечаем по 60 миллиметров. Вот, 20, 20 и 20. Будет вот такая сообразка. Вот, и отрезаем их, эти кусочки. Загибаем и будем приклепывать. Вот она меточка. По 20 миллиметров загибаем, накерниваем. Ну и берем сверху. Понадобится клепальничек, сверлышко и непосредственно сами заклепки. Ну вот, дошел ход до термоусадки. Она продается, стоит копейки. Вот такие беленькие, я думаю, сюда на белом будут хорошо. Вот. И таким образом вот, с небольшим запасиком загибаем. Опять же, сейчас разметимся на детальке с обратной стороны. Приклепаемся и вперед. Можно пользоваться. Вот такая сообразка. Она будет крепиться изнутри. Вот так вот на заклепочку. И вот таким макариусом будет находиться здесь. Вот, собственно, и вся недолго. Вот такая получилась в итоге накладочка. Вот.
Здесь зазорчик с запасом сделан, с приличным, вот, чтобы надевать на номера. Вот сверху оно накидывается, и вот таким макариусом недолго, так сказать, и без каких-либо особых серьезных затрат можно сделать такие накладочки, вешать на номера. Еще раз повторюсь, не все желают, чтобы их номера, так сказать, в интернет попадали и прочее. Вот одел, потом снял, да и все. Вот такая маленькая полезность, кому-то пригодится. Все, всем удачи, пока-пока, до новых встреч. Вот тут возле кондишена будут они и жить. Тут у меня проволочка натянута. Вот, и как раз они тут будут находиться. Вот тут им место будет. Такие накладочки получились.